В Твери начали тестировать умные светофоры. Технологичная новинка появилась на трех перекрестках в Пролетарском районе города. Устройство с помощью сенсоров собирает информацию о загруженности дороги и на основе этих данных перераспределяет транспортные потоки. Если этот опыт будет признан удачным, установка светофорных объектов нового образца планируется на других участках города. Проспект Калинина – одна из главных транспортных артерий не только Пролетарского района, но и, пожалуй, всего города. Ежедневно по этому участку курсируют сотни машин. Разумеется, не обходится без пробок. Как рассказывают автолюбители, в часы пик передвигаться по проспекту становится значительно труднее. Иногда, да, бывает, что так загружается. Очень. Прилично загружается. Пробки большие, аварии иногда случаются. В час пики, да, всегда загружено. Ну, частенько приходится стоять. Проблема более вечером. По всей видимости, именно напряженный трафик стал причиной того, что на проспекте Калинина начали тестировать умные светофоры. Их датчики фиксируют интенсивность автомобильного потока и дорожную обстановку в целом. Сбор статистики и анализ будет производиться в течение месяца, а на основе полученных данных планируется запрограммировать новые фазы светофоров. На проспекте Калинина установлено три умных светофора. Первый из них здесь, на пересечении с Головинским валом. Второй на бульваре Нагина, еще один на третьем переулке Красной Слободы. Как поясняют в городской администрации, система будет работать таким образом. Автомобили подъезжают к перекрестку. Светофорный объект дает приоритет наиболее загруженному направлению, уменьшая дорожные заторы. Результатом обследования будет принято решение о целесообразности внедрения данной системы на других светофорных объектах в городе Твери. О том, где еще могут быть установлены новые умные светофоры, пока не сообщается.